В Сочи проживают представители множества национальностей. Взаимодействие с представителями национальных объединений направлено прежде всего на информационно-разъяснительную работу и предотвращение конфликтных ситуаций. Намного проще проводить событийные международные мероприятия, зная, что в городе, в котором нет межнациональной розни, нет разгула преступности и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, всем вам за это большое-большое спасибо. Также обсудили незаконную миграцию и нелегальную трудовую деятельность иностранных гостей. С начала года подразделениями сочинского УВД поставлено на миграционный учет более 158 тысяч иностранных граждан. От работодателей за этот же срок поступило лишь 8,5 тысяч уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами. Неоднократно проводились рабочие встречи и с представителями прокуратуры, ФСБ и судов. Там позиция однозначна. Если гражданин является уже таким взрослым нарушителем, то меры принимаются самые жесткие. Где есть штраф с выдворением либо без такового, во всех отношениях принимается штраф с выдворением за пределы Российской Федерации. В целях противодействия незаконной миграции сотрудниками УВД проводятся комплексные профилактические операции. Названий у них много. Дебитор Юг, патент, нелегал, резиновый адрес. Но все они направлены на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.